Александр Лукашенко поздравил с 30-летием со дня образования Службы безопасности президента Беларуси сотрудников и ветеранов ведомства. Глава государства поблагодарил за исключительный профессионализм и способность оперативно выполнять задачи любой сложности, руководствуясь принципами истинной преданности долгу белорусскому народу и Отечеству. ЦИК по 1 ноября ведет прием документов для регистрации инициативных групп граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Беларуси. Прием документов проходит в рабочие дни с 9 до 18 часов, в субботу 26 октября с 10 до 14. Проход в ЦИК возможен только при предъявлении паспорта гражданина Беларуси. «Динамо» Шинник одержал победу и во второй встрече с капитаном, на этот раз в основное время со счетом 5-2. Сейчас в копилке юных «Динамовцев» 28 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице серебряного дивизиона. Следующий матч в воскресенье 27 октября в 17:00 против «Хорс Карелии» на Бобруйск-арене. В выходные 26-27 октября на Максима Горького проезжая часть вдоль 41-го дома пройдет сельхозярмарка. Ассортимент порадует большим выбором мясных и рыбных продуктов, а также пчеловодства. Приятно удивят цены на сельхозтовары. К примеру, стоимость картофеля за кило от 70 копеек, яблоки от рубля 88 копеек. В продаже будут и саженцы плодовых деревьев, кустарников и декоративных растений. Ежегодный осенний месячник по благоустройству проходит в Бобруйском районе. Продлится он до 15 ноября. Особое внимание местам воинских захоронений, братским могилам советских воинов и партизан, жертв фашизма, погибших в годы Великой Отечественной. К участию в работах подключаются трудовые коллективы, организации и предприятия, а также учащиеся учреждения образования, желающие внести личный вклад в благоустройство родного края.